Saturday we will start. We'll continue to read verse 8 of Filippo Sumangele, the commentary. Just previous time we just started. We read only a few sentences, and Damodar Prabhu gave nice explanation about sthayi bhava. Today we will continue read with verse with commentary. Дамодар Прабху, если ты захочешь что-то сказать, пожалуйста, говори. Рады. А, извини, я сегодня еще не послал тебе аудио, но записано, кошелек после. Хорошо, я жду его. Eight verse 4, verse 8. Devi dukkha kosagara dare duyam namati durgatam janam tvam kripa prabala naukhayakbhutam prapyasa pada pankajalayam. О госпожа, я беспомощно страдаю среди океана печали. О goddess, I am helpless and afflicted in the middle of the ocean of sorrow. Забери меня в прекрасную обитель твоих лотосных стоп на могущественной лодке своей милости. Please take me to a wonderful abode of your lotus feet and the powerful boat of your mercy. Еще раз. One more time. На английском действительно здесь не госпожа, здесь другое слово. Тут обращение идет по богине. Деви. Деви означает богиня. О богиня, я беспомощна. Страдаю, посреди океана печали. О goddess, I am helpless and afflicted in the middle of ocean of sorrow. Забери меня в прекрасную обитель твоих лотосных стоп на могущественной лодке своей милости. Please take me to the wonderful abode of your lotus feet and the powerful boat of your mercy. Commentary, explanation. Когда ум очень встревожен чувствами разума, when the mind is very agitated by the feeling of separation, любящий преданный может испытывать беспомощность, неудачу и чувствовать себя неспособным положить этому конец. The loving devotee may feel helpless or unfortunate and unable to make an end to it. Мне очень сложно объяснять подобное. Почему? Потому что... Здесь говорится, Шивананда Бабаджи Махарадж говорит, что ум очень встревожен чувством разлуки. Written by Ananda Babaji Maharaj here, then the mind is very agitated by the feeling of separation. This, it's written before, heard before, it means the holy mind, holy mind, святой ум. То есть здесь не идет речь об обычном уме. Дамодар, может, ты скажешь, почему преданный испытывает такое чувство, как беспомощность, тот, чей ум святой?
почему он испытывает беспомощность? И почему он встревожен, чувствует разлуки? Что тревожит Фреда в момент разлуки? What is agitated the mind of the devotee when he is feeling separation? Микрофон включи, пожалуйста, надо вот я микрофон отключу. Вот сейчас я включил микрофон. Очень шумно. Очень шумно. Очень шумно, очень много шума, я тебя почти не слышу. Очень много шума. Там кто-то включил микрофон, у кого-то работает микрофон, и я почти ничего не слышу. Очень много шумов, которые там внутри в трансляции. Сейчас нормально слышно или все тоже так же? Да. Нет, так нормально. Если никто не шумит, то так нормально, потому что когда возникают шумы во время трансляции, то это мешает. То есть во время трансляции лучше в микрофон никому другому не говорить, кроме того, кто говорит. Лучше не говорить. Вот сейчас кое-что исправил. Как сейчас слышно? Сейчас лучше тебя слышно. Хорошо. Сейчас тебя лучше слышно, да. Повтори вопрос. Is it better now? Yes, he's doing better. My question to the Mahaprabhu, why the mind is agitated by the feelings of separation and why devotee is feeling what he is helpless and unfortunate? Я сам спросил вопрос, почему ум встревожен чувством разлуки, почему он испытывает беспомощность, чувство неудачи, неспособность положить это в конец. Но это естественное состояние. Это не, значит, качество ума. Это не качество ума. Это здесь, of mind. Да, здесь под умом подразумевается устремленность. Это уже не ум. Материальный ум так не действует. Это не его функционал. This means it's not material mind. This is eagerness. Да, это устремленность. И чем выше устремленность, тем выше беспокойство. Это естественное. Это уже качество не материи, не материального объекта. Качество вечности, то есть качество духа, это качество обретающей себя личности. Вот, это не качество ума. Но он называет здесь это умом, хотя это умом не является. Это не ум. Мне надо перевести, да, забуду, что говорить. Even Шрила Прабхупада сразу here the word mind. Even he is using the word mind. Actually, it's not material mind. It is a quality of person, of Atma itself. And more high his person is going, more strong he's seeing these things. Means separation and what is after this coming. Helpless, unfortunate. Так шумно там, я не знаю, что происходит, но очень шумно, тяжело. Если есть возможность потише все как-то там, как-то потише все сделать, то лучше тише сделать. Очень много шума.
Как будто вот бы мы... Сейчас обсуждали... Сейчас лучше, но... Да, вот да, и... да, да, я понимаю, но... Хотя он чувствует себя разбитым, болью разлуки. Although he feels smashed by the pain of separation. Он знает, что нет иного спасения, кроме получения личного дарственности и радики. He knows there is no other remedy than the direct attainment of Sri Radhika's audience and service. И да, дальше Sri Radhika и служение. Джананда Махарадж, can you explain what does mean darshan in this case? What does mean darshan or devotee who is it always means to see directly or darshan can start from? I mean, the darshan can start from the feelings which is coming from Srimati Radhika. There is two things, manavritti and chitta. Srila Prabhupada говорит, есть chitta vritti и есть manavritti. То есть есть функция ума, то есть действие ума, есть жизнь самой души. Manavritti is in mind, out of mind with nothing. Material, maya, tech, is a manavritti. То есть manavritti означает это нахождение под влиянием майи, работа ума. And this mind is so much influenced with the maya, shakti, that it not go beyond that. Is in involved there, is a manavritti. Vritti means circle. Some and mind is out of maya, tech. И Шрила Прабхупада говорит, он настолько сильно вовлечен майей, материальной энергией, что он постоянно движется по кругу. And when it comes to chitta-vritti, means mind is give dandavat to Krishna. He surrender to Krishna. А читаврити означает, что в этот момент, то есть когда действует, когда просыпается душа, в это время ум предлагает свои дандаваты Кришне. And he give false ego in the lotus feet of Krishna that I give my maya shakti, what your mercy to your lotus feet. My false ego is surrendered to you. В это время душа говорит Кришне, вот я предлагаю тебе свое ложное эго, предлагаю тебе свой ум. Then Krishna give yoga-maya. Тогда Кришна дает йога-майя шакти, то есть тогда влияние начинается йога-майя шакти. И это называется читта-вритти в этом случае, когда начинается влияние. То есть тогда начинается действие читы, то есть сознание начинает работать, действие просыпается. Шудда читта коро удо. Шраманади шудда читта коро удо. But it happens only there when I am not influenced in the Maya Shakti. Very careful with this. Maya Shakti will never give you out from Manuvritti. И это происходит тогда, когда ум не вовлечен в проект майи, то есть она не влияет на него. Но майя не даст ей шанса, чтобы ум был вне вот этого самсары, то есть она будет удерживать ум в самсаре. But I have a body, I have a senses, everything. I'm not going there. Yeah, visiting, not living. Visiting and living is a different thing. И что же делать? Вот у меня есть сыновья, у меня есть дело, как мне жить? Он говорит, есть посещение, когда мы посещаем кого-то, а есть жизнь там. Например, во Вриндаване. Можно жить в Вриндаване, можно посетить Вриндаване. That's a use it for right way. Is a manavritti, not
Manovritti will also pure. Manovritti, Chittavritti can pure your Manovritti. То есть под влиянием йога майи, ум может очиститься, и тогда мановритти будет станет читтавритти. То есть то, что раньше было работой ума, превратится в действие сознания. Тогда приходит бхава. Бхава майи. I am not here. Turn back. I'm meeting. Ah, sorry. Шугардев не захотел, чтобы принимать просад сейчас. It comes, I share. Он говорит, пришло вдохновение, поделился. Баба, мой. Если Бхава не придет, то как вы узнаете, что такое Бхава Майя? И если нет чувств, то откуда появится Бхава? И Бхава, она происходит благодаря, приходит от холодильной шакти. Madana kama ava and that is Radha Sarupani. That form is Radha form. И потом Маданаки Махабава, а суть Маданаки Махабава, то есть образ Шри Мати Радики, она Махабава Сарупа Шри Радха Такурани. То есть это вот тот вопрос, который я задал Джинанди Махарадж, как вот Даршин приходит. Все же начинается с чувства, что Гадам так разложился. What I ask you, Sugar the concert. Yeah. Sorry, I don't. No, yeah, 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 no, yeah, all very, very nice. All the А почему я задал вопрос Джинанди Махарадж, чтобы он ответил? Потому что Даршин Шри Мати Радики это когда будет, я не знаю, когда-то будет, наверное, очень надеюсь. Вот, но чувство сейчас приходит по милости Шри Гурудева, по милости Вайшнава, в этом прекрасном месте, по милости Шрирада Мохана. Постоянно идет волны чувств, переживания, они отражаются в сердце, чувствуются. То есть еще до того, как преданный получит даршан, начинает чувствовать, что-то чувствовать, переживать. И только, как сказал Шри Гурудев, оно постепенно усиливается, концентрируется, и тогда приходит даршан. Рамадар, вы можете добавить к этому? Или исправить, если неправильно сказал? О, ты только начал вот этот сладостный разбег. Я только начал погружаться в твой поток. Я бы хотел услышать еще больше вот этого. Вот этой чувственности, хорошо. Когда ты доверяешь этому чувству, концентрируешь его, увеличиваешь его интенсивность, затем, чтобы потом он вынес тебя к непосредственному даршину, то есть на берег непосредственного даршина. Вот сюда я хочу, чтобы ты пошел, потому что мне сладостно. Мне сладостно. Yes. I ask the mother, can you continue or correct if I made a mistake? He thought, I feel what you just started, your explanation. Yes, I just started my explanation. Я только начал свое объяснение. Почему? Потому что когда приходит, это когда сердце наполняется чувствами, которые исходят от Шри Мати Радики, преданный молится, просит, обращается к Шри Мати Радике, он говорит, я хочу поклоняться твоей любви, я хочу поклоняться твоим чувствам, я хочу служить твоим чувствам любви, твоему Мохану, твоему возлюбленному. И милость Шри Мати Радике, она же океан состраданий. Она наполняет сердце преданного переживаниями. И тогда открывается мир, с другой стороны, начинает видеть то, что раньше не видел.
Сердце наполняется новыми переживаниями, чувством напряжения. И когда человек, когда преданный это переживает, он понимает, что без таких чувств, без такого ощущения мира, мир становится пустым. I just started my explanation. And then devotee is praying to Srimati Radhika. And Srimati Radhika mercifully given him, he is praying, oh Radhe, please, I want to worship your things. I want to worship your love. Very pure love to your Mohan, your Priya. How to say in English? Who is dear to you, very dear to you. And Srimati Radhika, because she is an ocean of compassion, she is giving this feelings. And when the feelings come in, the devotee look on the world through these feelings and see the world in other way. And after this, he understands, without these feelings, the world is empty. It's not interesting, not tasteful. Even this devotee not received darshan in the form of Srimati Radhika, but then even this feeling started to come. Same feelings coming, but agitation, then it's not coming again. Maybe I did something wrong. Maybe I did mistake. Maybe I did abharat. Why? What's not coming? What I'm doing wrong? То есть, когда преданный, получив такие чувства, в силу своей неопытности, он не умеет это удерживать, не умеет это накапливать. Так или иначе, эти чувства постепенно уходят, и он очень сильно переживает утрату. Почему? Потому что эти чувства дают ему смысл жизни. It's, these feelings give him the meaning for his life. It's written in by Jiva Goswami and Gopal Chambu, then birthday of Krishna came, Nanda Baba called Madhukanta and Snigdhakanta. Однажды, это написано в Гопала Чампу, Джива Гасами, когда у Кришны был день рождения, Нанда Баба позвал двух певцов, Madhukanta и Snigdhakanta. And Madhukanta is asked Nanda Baba, please, tell us what they will today glorify, what they will speak, what the narration will be, what they will wait for us. И Madhukanta спросил Нанда Бабу, о чем рассказать, что ты хочешь, чтобы мы поведали, что ты хочешь, чтобы мы спели. И Нанда Баба сказал, сердце жаждет переживания. И в погоне с этим переживанием мы забываем наше прошлое. Новые-новые бхавы. Хочется испытывать новые-новые бхавы. And Nanda Baba told, the heart is eager for new things, new bhavas, and in the way to receive new bhavas, new feelings, we are forgetting what's happened before. What is life? Вот поэтому, пожалуйста, расскажите историю появления Кришны. Вот, много таких бит. Но вот этот момент интересный, что он говорит, что животное очень жадно, сердце очень жадно до переживаний, до бав, до чувств. Шримати Радика, в читании Чаритамриты есть место, где Шримати Радика говорит, что чувства, глаза, слух, все чувства, которыми наделен человек, сама жизнь бессмысленна, без любви. It's written in Shrimad, in Shrichtan Shritamrita, Shrimati Radhika is telling that the eyes, nose, ears, and other feeling, other sense, and life itself uses if no love in life. Only love is making life Meaningful. То есть у жизни появляется смысл только тогда, когда в жизни появляется любовь. То есть когда появляется чувство. И вот преданный молится, Шримати Радхика, эти чувства начинают наполнять его сердце. Он обретает смысл, он начинает по-другому видеть мир. And then devotee is praying to Shrimati Radhika and her feelings coming to his heart and changing his life completely.
In his life, goal is appeared. Goal, цель появляется в жизни. And then, if he's everything starting to go because of he is not expert, he doesn't know how to save, how to keep it. Then, same feelings are coming, like it's written here by Shyamadas Babaji Maharaj. So much agitating mind, hopeless, unfortunate. Even he is not received darshan of form of Shrimati Radhikavi. То есть преданный испытывает такие же чувства, как здесь написано. Может, не такие сильные, как здесь написано, но уже что-то начинает появляться. То он чувствует себя беспомощным, он чувствует себя неудачливым, очень сильно переживает. Other has to say, can you translate me? You are coming, then they will not be interested. And Damodar wants to say, he has to say, and you translate. You want to say something. He asked me to continue. I continue my But he has to explain what he understands. Damodar Prabhu. Да. Comment something. Да, слушаю тебя. Я уже появил что-то, чтобы добавить, дополнить. Only one side, no more. That is classic. Я слушаю тебя. Ты очень хочешь, чтобы преданные делились, и чтобы не говорил один преданный, один человек. Да, мне нравится эта динамика, которую ты выражаешь. Это духовная динамика развития чувства. Духовная динамика развития чувства. Мне нравится это. This feeling I like, this how feelings is growing, this process of growing feelings, what you're expressing. Потому что все возникает из чувства и для чувства. Because everything is coming from the feelings. Все вращается вокруг чувства. Шрила Гурудев говорит, добавляет Расамай. Расамай. Да, да. Бог give Расамай. Бог дает Расамай. А Расамай give Радика. Расамай дает Радику. А Радика give Махабхав. А Радика дает Махабхав. Вот такая динамика развития чувств. Маданаки Махабхава. Да, здесь. Шрила Гурудев говорит, нужно посмотреть, и я нахожусь в этой динамике, в этой картине. Да, мне важно, что не то, что мне важно осознавать, что я в потоке, важно видеть, что другие в потоке. Мне важно, очень важно видеть, как другие входят в поток, как я прикасаюсь к этому потоку, как меня увлекает сама мысль оказаться в глубине этого потока. Мне нравится эта динамика. Мне нравится, отвечает. The theme of feelings of ours and how the ours coming inside of this stream of feelings and how it's gradually is, by this stream we're going deep. Поэтому я бы хотел подключения большего количества наших участников, не только нас с тобой, но чтобы здесь было больше
наших русских голосов. And what is why I want to hear our devotees, especially Russian devotees, because it's Russian Zoom. But здесь кто еще есть? Я просто не могу видеть, кто из русских преданных здесь сейчас. Гайнда Мохини здесь, Гаура Прия здесь. Now is present Govinda Mohini, Gaura Priya is present. Рада, рада, мы хотим вас послушать, потому рада, что у нас нету ничего. Рада, Говинда. Мы вас питаемся вашей сайбавой, вашим вот вкусом, вашим стремлением. Шрила Гурудева говорит, я хочу услышать Рада Говинду. Рада, рада, Рада Говинда, вы с нами? Услышать. Да, я здесь. I'm here, Кристель. Да. А вот теперь мы тебя видим. Ну, у меня одно маленькое условие. Мне нужен переводчик Говинда Мохини. Она только слышит мое сердце. He is asking what Govinda Mohini will translate him. Because he can, she can hear his heart. Шрила Гурудева говорит, я тем не менее тоже тебя слышу. Даже по-русски ты говоришь, я тебя слышу, Шрила Гурудева говорит. Говинда Мохини, переведете? Да, конечно. А я не слышу тему Говинда Мохини. Или Дамодарму. Какая сейчас эти кинкари несут? Вот, я не очень понимаю. Ничего. Прочитай стих еще. Прочитай стих. Мы можем, Рада Говиндаджи, мы можем продолжить читать комментарии, в какой момент ты захочешь высказаться, просто скажешь. Мы сейчас читаем 8 стих Вилапус Манджали. Uh-huh. Вот только начали комментарий, где Ананда Сабаджи Махарадж говорит, когда ум очень встревожен чувствами разлуки, любящий преданный может испытывать беспомощность, неудачу и чувствовать себя неспособным положить этому конец. Мы uh-huh. обсуждали вот это предложение сейчас. Я высказался, да, это мы эмоции, да. Дэйв высказал. Говинда Мохини. Давай, давай почитаем, конечно. Надо, ну, как Баба говорит. He's read more. What he will find. Yeah, yeah. Какая-то эмоция, да, какая-то чувство кинкари. Mm-hmm. На это надо. Хотя... Рады. Mm-hmm. Хотя... Хотя он чувствует себя разбитым, болью, разлуки, он знает, что нет иного спасения, кроме получения личного даршана, Шри Радхики и служения ей. Although he feels smashed by the pain of separation, he knows there is no other remedy than the direct attainment of Sri Radhika's audience and this end service. Шрила Рагунатха Дас Госвами чувствует, как будто он плывет в океане страдания. Шрила Рагунат Дас Госвами feels as if he lying in the middle of ocean of misery, который не имеет сравнения с чем бы то ни было в этом материальном мире, which knows no comparison in this mundane world. Никакой объем материального или духовного страдания
нельзя сравнить с ним. No amount of material and of spiritual suffering can compare to it. Однажды Шри Гаура Деви Парвати спросила своего возлюбленного божественного мужа Шримана Махадева о сверхвеличии любви Шри Радхи, о сверхвеличии любви Шри Радхи. One day Шри Гаури Деви Парвати asked her divine husband Шриман Махадева about the super excellence of Shri Radha's love, and Lord Shiva told her. Господь Шива ответил ей, это из Уджвани Ламани, «О Шиве, Парвати, если ты взвесишь горы всего счастья и всего страдания во всех трех мирах, как и всех духовных также, то их нельзя будет сравнить даже с каплей счастья во время встречи и страдания во время разлуки, которую Шри Радика испытывает из любви к Кришне. О Шиве, Парвати, if you would make separate pills of all happiness and misery of all three worlds as well as of all spiritual worlds, it couldn't be compared with even a drop of happiness during meeting and misery during separation. But Sri Radhika feels out her love for Krishna. Кинкари также испытывают определенное счастье и беспокойство, поскольку они не отличны от Шри Радхики. The kinkaris also experience some of this happiness and distress because they are non-different from Shri Radhika at heart, and they have some of her Mahabhava infused in them. В их сердце есть ее Mahabhava, дарованная ей самой. Если возникнет желание, Дамодар Прабху, Джананда Махарадж, it can be that, please, and others also. Если любящий преданный слышит хотя бы на расстоянии даже малейшее отражение высокотанцующих волн, которые перекатываются в океане разлуки Шрилы Рагунатхи, то он, несомненно, поймет, что ни один практикующий преданный в этом мире не смог бы так выражаться. А вот это кажется мне для Радхи Говинды. Вот это вот описание волны. Я бы прочитал еще раз, чтобы возбудить его интерес. Это сейчас я на английском прочту. А вот. And thus, if a loving devotee hears in a faint reflection of the high dancing waves that roll on the terrible ocean of Shri Raghunatha's suffering from separation, from a distance, he will immediately understand. No devotee, aspirant in this world, can speak like that. Дамодар Прабху говорит, что, возможно, те строки, которые захочет объяснять или говорить на основе этого Радха Говиндаджи, я их прочитаю снова. Если любящий преданный слышит хотя бы на расстоянии даже малейшее отражение высокотанцующих волн, которые перекатываются в океане разлуки Шри Рагунатхи, то он, несомненно, поймет, что ни один практикующий преданный в этом мире не смог бы так выражаться.
Радха Говинда. У тебя, Радхагавинда, микрофон выключен. Да, дорогой Дамодар. Вот, я хочу услышать от тебя об этих волнах. I want to hear from you about these волнах. About these waves, high waves. Знаешь, мне приходит вот размер, я не помню, в какой книге, да, и много стихов, где наверняка это Рагунатха, он описывает высоту волны, ну вот я не помню, какая эмоция, возможно, это ман, может быть, это прямо вайчити, что высота, представляете, высота вот этой эмоции, ну, сравнивает, да, я не помню, наверное, Рагунатха, наверное, наша Рати Манджари, либо Рупа, он говорит, что до луны, вот представьте, вот эту земную, да, если сравнивать аналогию, до луны волна, вы, да, может быть, кто-то видел, да, наверняка все видели эти волны, океанские, да, вот, которые с девятиэтажку, это же просто ужас. В Джаганатхапуре я был на трехметровых, это прям, это, ну, можно умереть. И, то есть вот эта эмоция силы, не, и это просто материальное сравнение, материальное. Вот эта волна, то есть говорится, высота, вот эти эмоции, радхи, они до луны, и даже, возможно, даже выше. Рады, рады. He's saying that these emotions, probably it's man or something like this, and these emotions, they are like huge waves. And he's saying that probably we all know how waves can be, how big they can be. We can see in ocean like 3 meters high waves. So Radhika, her emotions and her feelings are like this. Like this big wave in the ocean. Спасибо, родной. Я поймал волну. Да, Дамодар, помнишь вот этот масштаб, которым ты меня, знаешь, как также вот в этой, на этой волне, вот этот масштаб, вот помнишь, какой же мы стих читали о том, что вот ну просто нет конца края вообще этому океану, ее любви, ее самоотдачи, ее эмоции, которые она, да, для него, она живет, она дышит для него, для своего Шьямы, для Мохана, для Говинды. Рада. Рада Говинда is saying that Radhika's emotions, they are very intense and they are like going up and up, like in a scale, growing bigger and bigger, because every her breath and her life itself is only for her beloved, it's only for her Mohan, her dear one. Я застыл на гребне этой волны, которая до луны, которая своим гребешком касается ее света. Я застыл там. Дамодар Прабху is saying that he's like frozen. He's like caught. He's frozen on this, the very top of this huge wave. This wave of emotion which is touching the light, her light. So he's feeling himself caught by this picture and frozen in this. The top of the wave. Дамодар, у меня к тебе, знаешь, алаберды, ответный вопросик маленький, сопливой кинкари. Вот какую плотину, помните, Говинда Махини, вы тоже, да, мы с вами читали этот стих, когда они строят плотину, помните, плотину в виде гнева, да, вот для этих волн, это там какая сила должна, да, то есть ну, какая-то противоборствующая эмоция, которая вот эти волны, она сможет остановить, она может их, знаете, накопить, чтобы вообще, то есть
Кришна, помните, я не помню, 36 стих, по-моему, вела по Кусуманджали, где там вот эта наша Рати Манджари, она описывает, как, помните, что Кришна, он создает, вот, знаете, как первая энергия, да, которая, чтобы его насладила и получилось живо, распалось, да, вот этот пучок энергии, да, и вот этот, или облако, оно разлетелось на дживы, на атмы, да, и их не собрать. И потом он создает второй, выделяет из себя, да, вот эту холодильную энергию на холодильник, и он не распадается. Это рада. Это рада. He's saying that it was probably in 36th verse where it was described how Manjaris, how they are creating this dam for this collection of water, of feelings. Water feelings of Radhika to grow these feelings more and more by this dam in order to forcefully go through this dam. And it's also the point of creation of jivas, actually, when the first time this forceful stream is growing, and then going like through, and this cloud is like going for like for jivas, and then the second wave is also growing and creating also. So the first, this wave of creation is making jivas because of this dam which was built by Manjaris, by Kinkaris, the dam of man, the dam of feelings, in order to grow feelings more and more. Да, и вот в этой игре, где вот эти чувства, да, наша рати. У меня выключен микрофон, да, Хадырады? Включен, слышим тебя. Да, и там вот эти сердца, да, там комментарии Анантадас Бабаджи, опять же, это то, что чувствует рати, как рада через рати. И говорится, что у Кришны было желание, он, когда вот эту энергию, знаете, которая распалась, а ему нужна любовь, чтобы она его, знаете, он отдается на свои вот миллиарды, там, не знаю, бесконечность, и он хочет взамен. Шридхара с вами, да, наш возлюбленный брат Боги, да, Шрила Прабхупады, он говорил, что Кришна не потерпит даже там миллиметра процента, ему нужна вся любовь, и только рада это может. И он хочет, чтобы его прямо чтобы она его свела с ума, чтобы она утопила вот этими, знаете, чтобы не в 9 этажей были, да, волны, а чтобы вот до Луны или там до Солнца, я не знаю. Вот такие эмоции, вот эти масштабы, они просто, не знаю, они разрывают сердце, мое сознание. И, да, рады. Я сейчас вопрос маленький, Махараджа. Кришна is not satisfied by some small parts of emotions, small parts of love. He wants emotions not as high as like 3 meters wave. He wants emotions like to the moon, waves, emotions of waves, like to the moon or even more, because Shila Bhakti Rakshak Shidhar Swami, right? Bhakti Rakshak Shidhar Swami. He was saying that Krishna is never satisfied by something little. He wants all. He wants like to the topmost, up to the topmost. So our manjaris, they're helping, they're creating these obstacles to grow these emotions more and more to satisfy his this eagerness for everything, for topmo. И вот у меня маленький вопросик, да, к старшему, вот в нашей катхе, да, к Садху Махараджу нашему любимому. Ну, пусть он мне объяснит, там, не знаю, куриный сопливый мозг мне не влазит. Как это могут выносить манджари, как эти океаны, там, где Рада и Говинда, вот, ну, они топят друг друга, где нам взять силы, как нам найти, как нам, знаете, не утонуть в этом, ну вот, и не сойти с ума, и продолжать свою севу, да, вот сближать эти океаны. И вообще, на что мы надеемся, куда мы суемся, или куда, как я смею. Рады. Шилгурдев сейчас лег отдыхать. Вот. Но на твой вопрос может ответить Дамодар Прабху, потому что он отвечал на этот вопрос.
Гриндамахини, вы можете перевести, Шилгрид, может быть, услышит. Он сейчас отдыхает. Вот здесь рядом. Перевести? Да. And Radha Govinda, Prabhu, he has a question to Srila Gurudev. He's saying that probably my mind is so small, it's like so incapable to understand. And he's saying that I cannot understand how we can, as a Manjari, how we can tolerate these two forceful oceans of their mutual love, which is like going higher and higher and together, and they are very forceful oceans, and how Manjaris, they can continue their service, how they can be conscious, be normal when these oceans of love, they are fighting and they are going like upper and upper. How we as a Manjari, how we can keep our capability to serve. Шрила Гурудев услышал, он попросил Джинанду Махараджа ответить. So his question is how Manjari can do some seva, so much feeling, but not overwhelming. Yes, it's not fainting. Not become crazy. I think Bhakti Rasamrita Sindhu is not Manjari. I think one servant, but sometimes friend of Krishna, or friend of Krishna, or maybe servant of Krishna. And then so much tear is coming out. Джананда вспоминает в ответ на твой вопрос, Радхагавинда, вспоминает одну историю, которую приводит Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду. Был такой момент, когда один из младших друзей Кришны, который находился в положении как младший, он служил Кришне, он омахивал его. Кришна отдыхал, лежал у корня дерева, а этот его младший друг омахивал его. И в этот момент он очень сильно начал испытывать бхаву, и слезы полились из его глаз, и тело, руки начали дрожать. So, but the servant said, stop it, because I'm not enjoying this feeling. I want to serve. И этот преданный остановил свои переживания, потому что он подумал, я же для того, чтобы служить, а не то, чтобы наслаждаться этими переживаниями. So like Manjari in Nikunja, Radha Mohan doing amorous pastime on the flower bed. Когда Манджари присутствует в Никунже в момент любовных игр божественной четы Радха Мохана, Радха Кришны. So they are seeing Radha Mohan's pastime. С одной стороны, они видят их игры Радха Мохана. Of course, their feeling, Radha's feelings, one sense same. И в этот момент они испытывают то, что испытывает Шримати Радика, то есть в их сердцах те же чувства. But one difference is. Но есть одна разница. Manjari's concern is seva. Их главная жажда — это жажда служить Шримати Радике. So if too much overwhelming that bhava, then Manjari could not do seva. Если Манджари позволит этим бхавам, этим чувствам, переживаниям слишком переполнить их сознание, тогда они не смогут служить, они это осознают. So Manjari has like Manjari has big patra. Манджари, их сердце — это огромный сосуд, патра. Sometimes one devotee hearing, Radha Mohan Katha, sweet Katha. Однажды один преданный слушал очень сладостную харикатху, очень слышал сладостную катху о играх Радха Мохана. And then, and sometimes, overwhelming, and then sometimes faint. И порой чувства его переполняли настолько переживания, что он терял внешнее сознание, он мог кататься по земле, падать на землю. But
many times we don't see Gurudev is not like this. Но мы не видели, чтобы наш Гурудев вот обычно поступал таким образом, чтобы вот он проявлял такие чувства. So therefore, this patra kind of receiving the kind of feeling that is container is very big. И означает, что сосуд, который получает эту милость в форме переживания, очень большой. Manjari may be very small because younger than Radhika. Может быть, Манджари маленькие, то есть они младше Шримати Радхики. Also very humble, очень, very soft. Очень смиренные и очень нежные. But Manjari's specific nature is their Radhika Dasi, Radha Dasi. Но их природа, особенность, они Radha Dasi. So therefore, they're automatically feeling and, you know, one sense, enjoying their feeling. Radha Mohan's feeling. Поэтому, с одной стороны, они чувствуют то, что переживает Божественная Чита через Шримати Радхику, и они испытывают от этого счастье. But Radha Dasi's main concern is how to serve, how to please Radha and Radha's Mohan. Но поскольку главное намерение служить Шримати Радхике, значит, и Божественной Чите, то есть Радха Мохан. Sometimes their feeling is so high, but sometimes they ignore. Иногда эти чувства очень сильные, как тут говорится, высокотанцующие волны, но они могут парировать их. Because my pleasure is Radharani, Radharani and Radha's Mohan's pleasure. Потому что их счастье, Манджари, в счастье Радха Мохана, в счастье Шримати Радхики. So that's my humble feeling, humble understanding. Таково мое смиренное чувство и понимание. Well, maybe other. Devotee. Может, кто-то из других преданных может добавить что-то, может помочь. Дамодара, будь... Вот, да, ну, это сила стая бабы, да. Это... Сила стаи бабы. This is a force, power of стаи бабы. But they can be in service always without being overwhelmed by feelings. И благодаря стаи бабе они манджари могут находиться в этой абсолютной чуткости по отношению к желанию Шримати. Абсолютной чуткости. And due to this sthayi bhava, Manjari always aware of the feelings and desires of Shrimati Radhika, and they can serve her in any way. Then she is prima pagalini. Даже когда она прямо пагалини, благодаря вот этому качеству, они могут служить ей. И быть безупречными в этом служении. And they service without any fault. Все остальное, все что, все те окружающие стаи бабу чувства, все санчари, все вьябичари, все сатвика бхавы, все они отодвигаются, они намеренно отодвигаются волевым усилием, намеренно отодвигаются. By the will, Manjari pushing out from the sthayi bhava or other bhavas, like Sanchari, Vyabhichari bhava, Satvika bhava. Потому что они все мешают слышать Шримати Радхику. Because all they not allowed to be aware of her feelings, hear clearly what she wants, what her heart is wants. Мешают ее чувствовать. They will disturb, these other bhavas will disturb to feel Shrimati Radhika's feelings and desires. И в самой стаи бхаве содержится сила,
in Sthai Bhav itself is one power. Сила Радхики. Her own power means Shrimati Radhika's power. Поэтому невозможное становится, поэтому для Манджари невозможное становится возможным. What is why for Manjari, what is generally impossible become possible. А когда ты говоришь, они могут сдерживать, поэтому они могут сдерживать. Радха Говинда спрашивал, как они могут сдерживать. Так вот, поэтому они, благодаря своей Бхаве, благодаря этой энергии Радхики, они могут сдерживать этот океан до того момента, когда волна поднимется до нужной высоты. What is why Manjari, by the energy which is coming from Shrimati Radhika herself, they have power to keep themselves not fainting, not become maddened, to do service until the wave of the heart Shrimati Radhika become coming to the moon. Then why? Because after the dam will be destroyed. This wave will be so strong, so high, it destroy all dams, all obstacles on the way. Это сила Радхики. This is the power of Radhika. Это сила Радхики. Это сила ее однонаправленности. This is the force or power of your Ekanishta, of your one, how to say English, one way of living, thinking, desiring. И в Манджари принимают именно это зерно своего бытия. And Manjari will accept зерно своего бытия. This bija, this means grain of their existence, their nature of Manjari. Абсолютную однонаправленность. Absolutely one way of thinking, desiring, same, конечно. И в этой абсолютной однонаправленности они черпают абсолютную силу. In this way of one way of thinking, feeling, desiring, they taken so much power to do seva. Поэтому способны делать невозможное. What is why they can do what is possible, make possible. Рады. Дамодар, ну а как вот образно, да, если используя вот это вот, скажем, да, этот сценарий, вот где вот эта вот громадная плотина, да, которая ожидает вот этой вселенской волны, да, вот этой эмоции, и вот где в это вот, ну, образно, чтобы, да, для меня, для калиюжника, чтобы я понял, ну, кто они кусочки, или они брызги этой вот, да, этой эмоции, которую не теряют, или как, ну... Нет. Угу. Нет? Они как раз вот этой, они как раз плотина. Они как раз плотина, которая сдерживает. Говинда Мухни, пожалуйста, Yes. Radha Govinda is asking, who are Manjaris? Are they some particles of these emotions or what? Who are they? And Damodar Prabhu, he is answering that Manjaris are this dam itself. Они увеличивают высоту ее волны. Они увеличивают высоту ее волны. They will make her. чем выше ее волна, тем выше дамба. More high her wave, more high the dam on the way of this wave. Чем сильнее давление, объем волны, тем мощнее дамба. More press coming from this wave, more stronger this damba, this obstacle.
потому что сдерживающая сила равна противодействующей силе. То есть имеется в виду воздействующая сила и противодействующая сила, они это одна и та же сила, это сила радики. Because the force always have same equal resistance force, and both force coming from Shrimati Radhika. Поэтому они помогают ей взойти на высоту той эмоции, которую она желает пережить сегодня. What is why they means Manjari helping to Shrimati Radhika come to this high particular high level of emotion what she wants to feel today in this particular lila. Она бесконечно нуждается в них. Без них она не может сделать главного в своей жизни. Without what is why she needs so much manjaris because without them she could not fulfill her desire towards mokha. Она не может подняться до Луны. She could not make a wave of feelings up high up to the moon. А именно этого жаждет Мохан. But Mohan wants this big, big wave up to the он жаждет утонуть в этой волне. He wants to be completely drowned in this wave. Очень красивое три единства. Very beautiful picture of union of three means Radhika, Mohan and Manjari. Где у каждого есть да своя роль. Where everyone have their own role, their own part. И никто не может сыграть роль другого. And nobody can play the part or role of our person in this game. И в этом красота. И в этом красота. In this situation is the beauty of this situation in this. Дамодара. Рада-рада, Дамодара. Это получается, что они, знаешь как, они доводят вот эту высоту ее эмоций до победоносности, да, чтобы она его да, прям... Да. He's saying, is it true that Manjaris they are guiding this wave up to the victory point? And Damodar Prabhu is answering that yes, it's true. То есть это их мысль получается, да? Вот эту эмоцию, да, вот любую эмоцию они как бы усиливают, да, вот их сева, их, да, вот и наша сева, наши Гуру Деви, да, они же вот для нее. Да, чтобы вот ее, чтобы она победила, чтобы она сокрушила его. Да, вот в этом наша миссия. Они не дают ей расплескаться. He's asking, is it true that... Можно переведу, пожалуйста? Radha Govinda is asking, is it true that Manjaris, they are helping to make these waves bigger and bigger so that Radhika could be victorious? И Дамодар Прабху уже ответил. And Дамодар's answer is yes. They not allow, means Manjari not allow this big wave be destroyed by smoke on small pieces. I don't know how to tell in nice English. Радика сама есть генератор. Она сама есть генератор. Ее само не нужно генерировать. She is means Shrimati Radhika. She is a generator. She is a generator. Generator prema. Generator of prema.
Но вот та энергия, которая она из нее выходит, ее нужно сохранить. That energy which is coming from her must be someone must save, collect, must be collected. Чтобы лампочка зажглась. Чтобы лампочка зажглась, нужен провод. If we want lamp become to give light, we need connection to the generator. Lamp must be connected to generator. Ратика — это ядерная станция. Atom electric station. Манджари — это провода. Манджари is with connection. With lamp. Кришна — это лампочка. And lamp is Krishna. Лампочка горит, значит, все в порядке. If a lamp is giving light, this means everything is working nicely. Вот, главное, чтобы лампочка горела. Good morning. About shyness, Krishna's shyness. Мы сегодня утром читали в Харикатхе Парада Расаданитхи о том, как Кришна сияет и почему. Почему он такой сияющий? Ни одна аватара, ни одна экспансия не имеет такого сияния, которое есть у Кришны. Это сияние Ратики. This is effulgence of Radha. Это ее сияние. It's her effulgence. Дамодар, но помнишь, мы вот когда читали там в какой-то раз знаки, помнишь, которыми они рисуют на грудях, чтобы куда и бежать, они надевают ее в красное, они надевают ее в синее, они, знаешь как, они этим реактором управляют, они его могут там погасить немножко, пригасить, могут вообще его взорвать. Ну, да, не взорвать. Рада Говинда, перевод, прошу прощения, Рада Говинда is asking Дамодар Прабху. That do you remember how we have read about manjaris, how they are controlling this nuclear reactor actually, because they are painting some particular pictures on Radhika's breast, or they are putting on her some particular colors of dress, some blue or red, and that's why they somehow they are controlling this nuclear reactor. Дамодар, не взорвать. Неправильное слово. Я понял. Максимально, чтобы она была максимальную энергию, да, вот эту энергию любви. Я сейчас расскажу немножко о строении ядерного реактора. Можно? Давай. Я думаю, я пробую. I want to a little bit explain how atom reactor is built. What is the structure? Там есть стержни. Внутри ядерного реактора есть стержни. Inside of atom reactor is some root, which is fuel for this reactor. Графитовые стержни. Like графитовые стержни. Я не знаю, как графитовые. Графит. Ну, подскажи, Говинда Мохини, подскажи, что такое графит. Графитовые стержни. Графит — это графит, ну, так и переводится. Графит я не знаю, как будет графит. Ну, переведи графит. Переведи графит как графит. Стержни, которые сдерживают реакцию. Углеродные стержни. Углеродные стержни. Хорошо, вот давай это углеродные, графитовые углеродные. Углеродные, знаешь перевод углерод? Углерод. Хари Кришна. Графит, он так и переводит, заимствованное слово. Карбон. Да, карбон. Это углерод. И стержни из циркония, наполненные ядерным топливом. And some стержни. Цирконий,
some zirconium sticks, these sticks are filled with a nuclear fuel. И чтобы ядерная реакция стала происходить, нужно достичь критической массы. And to this nuclear reaction happens, they need to achieve some critical point. Для этого в камеру поступают именно эти вот стержни из циркония, наполненные ядерным оружием, ядерным топливом. So in this room, in this space, this zirconium sticks with nuclear fuel, they are coming to this sphere, in which this reaction is happening. И сам объем ядерного топлива создает вот этот эффект нагревания, эффект нагрева. And so this nuclear fuel makes the temperature to rise. Нагрева воды, которая превращается в пар, а далее в электричество. So the water becomes hot. The water becomes hot. The steam is coming out, and everything becomes hotter and hotter, so reaction can happen. Так вот, если выдвинуть стержни слишком высоко, слишком сильно выдвинуть стержни с ядерным топливом. Если If to put these sticks like improper, too high with the fuel, the sticks with the nuclear fuel too high, so? То произойдет ядерный взрыв. Oh, so it can happen the nuclear взрыв, как? Explosion. Right. Чтобы этого не произошло, есть графитовые стержни, которые поглощают действие электронов, то есть движение электронов. So this nuclear explosion will not happen. So there is some this sticks, zirconium sticks, which protect the reaction, protect from this explosion. Так вот, Манджария, они отвечают за это состояние, чтобы реактор производил энергию, чтобы он и не взорвался, и не потух. Рада Чаран Прабу, а можете переводить? Просто у меня так через раз интернет. Я про это переводила. In this analogy, this atom reactor, Manjari is responsible to make Shrimati Radhika be always feeling, but not in such way, but she will explode. So it will be explosion. They wanted what fulfill her desire. What these feelings will be, come to a particular high level. Вот, если мы говорим об этом примере, то вот здесь за этим внимательно следить, а следить за этим возможно только если ты в стае бави. Если ты чувствуешь, прибор твой прибор единственный — это стая бава. Твой прибор слежения — это стая бава. То есть ты внутри этого, внутри реактора. It's possible to see how it works nicely only by one way. If in this analogy, if Manjari have, if someone have стая бава, means Manjari бава, then only then he can look what's going on in proper way.
Манджари находится внутри реактора. Because they Manjari is inside of this reaction, love reaction, atomic, atom reactor. Никто больше там находиться не может. Nobody can be inside. We will be destroyed. Всех остальных разорвет. All others will be destroyed. А Манджари внутри внимательно следят за тем, чтобы температура была, чтобы температура не была соответствующей, чтобы реакции происходили. And they, Manjari, they look intently what temperature will be in particular level, what reaction will go on, going on, but will no explosion. Они знают, что если они отвлекутся, то произойдет взрыв. They know if you will be not intentive, it will be explosion. Дамодар, ну а когда она бежит, представляешь, две семьи готовят на праздник, да, вот мне приходит, ну, ты красиво рассказал такой, ну, положительный, ну, как бы, нужный эффект. А, но когда она выбегает, представляешь, ей летят проклятия в спину, и она вообще летит, и они еле за ней успевают, она ветер, и там вриндаванский ветер, знаешь, он создает вот этот вихрь, который ее прячет. Прячет и несет, да, показывает ей дорогу. Ну, то есть, а это, по сути дела, да, вот реакция пошла, как бы, да, на неуправляемая становится она. Радуго Винда is saying, Радуго Винда is saying that I can remember now when Lila came to my mind and to my heart, how Radhika during the preparation in her in house of her mother-in-law, how her superiors, they are preparing for some celebration, and Radhika is rushing out from the house to meet her beloved, and she's hearing some scolding words back, like she can hear how they are sending these bad words to her, but she cannot resist, she's just rushing out. And this special Vrindavana wind, this whirlpool, is hiding her on the way to her dear one. Сама ядерная реакция неконтролируема. Сама ядерная реакция, то, что происходит, движение электронов настолько высоко, там скорости света, они сталкиваются на скорости света, и сталкиваясь, они выбивают, соответственно, ядра. То есть там другие, там совсем другие скорости. Вот если посмотреть на реакцию внутри самого реактора, вот то, о чем ты говоришь, происходит, когда они сталкиваются, когда вырабатывается эта энергия, превышающая объем ядра самого. То есть они, но Манджари, они все равно контролируют этот процесс. Он все равно управляем. Она все равно бежит в нужное направление. Она все равно одета. Она одета все равно. Они успевают ее одеть. Они все равно прокладывают какой-то маршрут, по которому она бежит. Они все равно в окружении. Они где-то рядышком. Они поддерживают ее. Этот реактор, понятно, что он в данном случае работает на максимуме, но он не взрывается. Он не взрывается. Он взрывается внутри, имеется в виду каждого отдельного атома, скажем, там, не знаю, плутония. Он, да, он там происходит это. Но в общем целом все сохраняется. В общем целом Радхика не теряет границ собственной личности. И now also he's explaining what even Shrimati Radhika, like in this Lila, it looks like everything is going on uncontrolled way. Mm. She's become mad. But even in this case, Manjari is serving her in such a way what the old picture will be. Even she's close to be completely uncontrolled, but still they look how she's dressed, what is her Shingar will be. Propashingar, everything. They will, anyway, we will show the way how she will run, not in opposite.
Anyway, they have some control. Yes, it's in this moment, Shrimati Radhika on the top, on the peak, on the pinnacle of her feelings, but still they looking attentively, but she'll be not explored in this analogy, this nuclear reactor. Мы можем прочесть еще несколько строк. Так может говорить только чистый преданный. Тогда картина горестного выражения луноподобного лица Махапрабху, олицетворение Випраламба расы, настроение любви в разлуке, в то время, когда он наслаждается чувствами Шрирадхи в разлуке с Шри Кришной, в Гамбире проявится в его уме. A pure devotee can understand only a pure devotee can. Then the picture of the set moon-like face of Sriman Mahaprabhu, the personification of the Vipralamba Rasa, mood of love and separation, as he relished Shirada's feelings of separation from Shri Krishna in Gambira will be drawn on the slate of his mind. Когда потоки воздуха в теле приближаются к горлу из-за сильных чувств любви в разлуке, тогда видение божества снова может предстать перед преданным, чтобы помочь ему выжить. The life airs reach the throat because of strong feelings of life in separation. Then again, a vision of the deity may come to devotee, which helps him to stay alive again. You want to add something? So that is it's okay. So Radha Charan Prabhu asking your question first, this is first you're asking, there is no other remedy than the direct attainment of Sri Radhika's audience and service. То есть я вначале спрашивал кое-что у Джананды Махараджа насчет начала комментария, где говорилось, что нет другого способа спастись в том время, как получить даршан Шримати Радхики и служение ей. So this answer, maybe this sentence. И вот это предложение, которое мы сейчас прочитали, может быть, будет ответом. Because someone who has greed for Radha Mohan, especially Abhaswami. Те, у кого есть жажда к служению Шримати Радхики, Радха Мохан. Then, to some point, we cannot survive without her darshan. И в определенный момент становится невозможным выжить без ее даршана. So even dream, if Radharani appear, the devotee very happy. И даже если Шримати Радхика появится просто во сне такого преданного, этот преданный будет счастлив. But if Radhika does not appear, then cry again and again. И если она не появится, этот преданный будет плакать. Вновь. Then feeling is so intense. И чувство будет настолько усиленное, так настолько будет интенсивное. The devotee feel, I cannot sustain my life. Что преданный будет чувствовать, я больше не могу поддерживать свою жизнь. If I cannot get your darshan, let me die. Если я не получу твою даршану рады, я просто умру. This critical point. Это очень такой критичный момент в жизни преданного. That feeling melt Radharani's heart. И это чувство, оно приводит к тому, что сердце Шримати Радхики тает. Like a children's crying, child is crying. Как ребенок, он плачет. The hearing child's crying, mother heart is melted.
И когда мама слышит плач своего ребенка, ее сердце тает. So the mother has to come, must to come. Когда мама должна будет обязательно прийти. Then child crying, stop. Только тогда, когда мама появляется перед ребенком, ребенок перестает плакать. So similarly, we are crying for Radhika. И таким же образом мы плачем по Радике. Then all impurity is gone. И в момент этого плача слезы смывают все нечистое в сердце. And then at first spurity is coming. Тогда вначале появляется спурти, мимолетное видение. Some kind of vision is coming. Некоторое видение появляется. And then by the mercy of Сварупа Шакти. Тогда по милости Сварупа Шакти. And then that vision is kind of automatically moving. И тогда это видение начинает двигаться. So then that is kind of, you know, Lila Smarana. Вот так вот появится Лила Смарана. Or we could say Darshan. Или мы можем сказать Даршан. Даршан means seeing. Даршан означает видеть. Or meet together. Или встретиться. So this last sentence, this this constant succession of meeting separation brings the devotee in indescribable condition. Это постоянная смена встреч и разлуки приносит преданному неописуемое состояние. Это особенность любви в Раджа. Like here, Raghunath Das Goswami sometimes seeing the Lila, sometimes see the Swamini. Иногда Раghunath Das Goswami видел Свамини, видел Лилы. And then again disappear. А потом это видение прекращалось, прерывалось. Then more strong feeling is coming. И в результате появилось еще более сильное чувство. Again disappear. И потом снова появилось видение и снова исчезало. So then it feel I cannot maintain my life. И он чувствует, я больше не могу поддерживать свою жизнь. This is only Vraja. It is possible. И это возможно лишь во Враджа. And this is Ananda Baba said. This is space. Speciality of the love of Vraja. И здесь Нандас Баба Джи Махарадж пишет, это особенности любви Враджа. And it is known as great treasure of the Vraja Rasa Upasana. Она известна как великое сокровище Враджа Раса Упасаки. This is practitioner of the flavor of Vraja. То есть практикующего вкусы Враджа. Actually, upasaka means practitioner. Upasaka, то есть означает практикующий. But actually, upasana is someone who is very close with our Ishtadeva. Но вот это слово upasana означает быть очень близко к объекту своего почитания, обожания, поклонения. So it is we can feel so much intimacy and so much deep relationship. То есть в таком положении преданный испытывает близость к своему божеству. Он испытывает близость в отношениях. So we may say this greediness, this strong feeling can bring Swamini in front of us. То есть жажда, вот сильное чувство, это то, что приводит к Шримати Радику перед преданным, то есть преданный становится способным увидеть ее. Она появляется перед глазами, потом в результате этой его жажды. Even without feeling, we cannot appreciate our Ishtadeva. И без чувства невозможно оценить, то есть по достоинству оценить своего Ishtadeva. So therefore, especially Raghunatha Bhakta, we need very strong feeling for Ishtadeva. Поэтому Рагануга Бхакта нуждается в очень сильных чувствах к своему Иштадеву. Thank you very much. Спасибо большое. В Брихат Бхагаватам
Брихат Бхагаватамрита. Известно ли это према как величайшее блаженство во время встречи или как величайшая скорбь во время разлуки? Ее все равно невозможно описать. Whatever this prema is to be known as the greatest bliss during union or greatest sorrow during separation cannot be ascertained, but when it arises, it makes the devotee always act as if he is completely mad. Ее все равно невозможно писать, но когда она появляется, преданный действует, как будто бы он сошел с ума. Когда видение возлюбленного исчезает, боль разлуки становится настолько невыносимой, что она стирает из разума память только что испытанного блаженства. When the vision of beloved vanishes, the pain of separation becomes so severe that it wipes the remembrance of the just experienced bliss of union out of the mind. Прочитай еще раз, пожалуйста. Пиши, Радочаран, давай вот эту тему. Рады. Когда видение возлюбленного исчезает, боль разлуки становится настолько невыносимой, что она стирает из разума память только что испытанного блаженства. Еще раз, если можно. Когда я сначала на английском еще раз прочитаю. When the vision of beloved vanishes, the pain of separation becomes so severe that it wipes the remembrance of just experienced bliss of union out of the mind. В таком состоянии, когда видение возлюбленного исчезает, боль разлуки становится настолько невыносимой, что она стирает из разума память только что испытанного блаженства. Это в медицине называется болевой шок. Да, Дамандар? Это механика обновления. Это механика обновления. Или выживание, да, еще. Это то, что мы называем споласкивать рот. Почему есть ачиман и падиман? Это механика обновления. Гавинда Мохини, переведите, пожалуйста. Рада Гавинда, у тебя... Прошу прощения, я сейчас уже не могу переводить. Рада Тиран, переводи, дорогой, пожалуйста, переводи. То есть, Рада Гавинда is told, this is a shock of pain. Due to this shock of pain, his remembrance is disappeared. And Дамодар Прабху taught, this is the way how is renovation of feelings going on. Да. В таком состоянии только другое такое же видение может поддержать жизнь преданного. In such a condition, only another such vision keep the devotee alive. Что Рада Гавинаджи? Тут чаваны нету на зуме, вот японской преданной. Как ее звать? Чавана. Иди. Она вот как бы как доктор, как медик. Вот этот пример, это удивительное, ну, то есть это, ну, вдумайся, Радочаран, вдумайся, не впиши, родной. Вот эта строчка, что ты представляешь, что ты ну, от боли ты теряешь вообще память о сокровенном, о том, что ты сейчас держал, да, в своем сердце.
Это просто невообразимо. Это, ну, то есть, да, это какая эмоция? Это невообразимо, но это необходимо, представляешь себе? Это невообразимо, но это необходимо. Вот due to the strong thing of pain, person can lose some memory or orientation. And Radha Govinda is telling just Radha Charan, just try to think, don't rush, just to think, stop. How strong thing, inspiration, so pinnacle of pain. But devotee who just received, what just he received darshan, now he it's this memory of disappearing from his memory. This situation is disappeared from his memory, from his mind. Дамодар Прабху, ты что-то сам сказал, я извиняюсь, я в это время переводил Радха Говинду. Да, это стирание основания личности, стирание основания личности, эмоционального ядра личности. То есть это стирание эмоционального ядра личности. This arising or how it's called, we have pencil and we have some rubber tool. It's arising. Oh, eraser. Yeah. Eraser. Yes. This this pain has this function. It's taking out the part of personality, the part of spiritual personality. It's so strong. Это выжигание сердца. It's like burn the part of own heart. И вот эта пустота, вот эта зияющая пропасть вместо сердца, она кричит. And this empty place in the heart now is crying. Она кричит, она молит о заполнении. This empty place in heart praying be filled. It cannot be empty. Удивительно. Невозможно. Но это необходимо. Это то, что я пытался сказать в начале, в самом начале. То, что испытывает. Это механика обновления. Это механика обновления. Чувства, которые дает Шримати Радика, они раздвигают просторы, внутренние просторы сердца. Но когда они исчезают, вот это появляется ощущение пустоты. Не простора, а пустоты. Да. И ощущение, как будто ты умираешь. From beginning, but the feelings which is coming from Srimati Radhika to the heart of devotee make inside space inside more bigger. It's like make our world inside more bigger. But then these feelings is disappearing. It's become just empty. And then as the mother was telling, this empty place is crying. The heart is crying. Because it was something meaningful was inside. Это абсолютный вакуум. Я продолжу читать. В таком состоянии только другое такое же видение может поддержать жизнь преданного. In such a condition, only another such vision can keep the devotee alive. Uh,
Практикующий преданный должен обладать определенным опытом исполнения баджана. Чем больше у него есть опыта, тем быстрее он продвигается. Интересно. The practicing devotee should also have some experience in his bhajan. The more experience one has, the more advanced one is. More advanced one is. Понимаешь, то что есть, это механика? Не... Да-да. Это и есть механика. То есть ты не получишь большей глубины, если в тебе не будет больше пустоты. Тебе нужна эта... Ты боишься этой пустоты, но ты в ней нуждаешься, в этой пустоте. Это продвижение. Это продвижение. Это есть продвижение туда. Это расширение объема сердца. He afraid when heart become empty from these feelings. But this experience, this what happens to his heart, make him more advanced, and he's going more deeper, because more cry from the heart, more desire coming from the heart. Дамодар, это как выжженное, да? Как Витя Цой пел, место для шага вперед, да, новое, для нового шага, да, мы должны выжить вообще. Даже, да, вот получается, эмоционально, как ты говоришь, сгореть. Опять же, это место, опустошить это место для новой, да, для новой эмоции, для нового чувства радости, ее, вот ее любви, да? Да, потому что она желает дать тебе больше. То есть это то, что выжигает, это тоже она. То, что выжигает в тебе, то, что выжигает в тебе, это тоже она. Она выжигает в тебе это, чтобы дать больше объем, дать тебе больше объем, дать больше объем твоих чувств. No. Even this power, which is burning the heart from the emptiness, means this empty space burning the heart. But this fire, this burning, is also the power of Srimati Radhika, because she wants to give more. She doesn't want what it will be stopped. Must be dynamic picture, not static. Must be always advanced, always in Sanskrit, it's bhakti pragyana, always developing of bhakti, always developing of feelings. Я добавил немножко, это как вот это слово бхакти-прагьяна, все время развивающиеся чувства, все время развивающиеся бхакти. Оно не должно быть статичным, оно должно быть замерзшим. Да, в конце концов, для того, чтобы мы смогли принять в себя, в свою личность, весь объем ее чувств, чтобы мы смогли принять в себя, в свою личность, весь объем ее чувств. Why? Because in one moment the devotee must be able to accept in his heart all also all feelings of Srimati Radhika, all picture of her, about everything, her Mahabhava must be able to accept inside. Gradually, drop up. Дамодар Прабху, почему постепенно? Потому что если сразу же, это просто убьет. Поэтому должно развиваться постепенно. Потому что здесь речь идет о бесконечном чувстве, о бесконечном сердце, о бесконечном чувстве. То есть мы должны стать отдельной бесконечностью. Каждый из нас должен стать отдельной бесконечностью. Переведи, пожалуйста, точно. Я попытаюсь. We must become, we must be transformed into individual infinity of feelings, of your feelings. Я перевел, думаю, на того. Да, и для того, чтобы стать этой отдельной бесконечностью, нам необходимо расширение объемов нашей бесконечности. For this purpose, we need to extend our infinity of feelings. Расширение объема личности всегда идет от
от кульминационного воздействия, то есть от потери всех видов ценностей. And this extension coming due to losing of value, all values, which is we are collected before, means ценности имеешь в виду как артха, то есть то, что мы считали ценным. Нет. То, что мы считали ядром своей личности. What we consider as the inner part of our core of our personality is more valuable things for us. To extend ourselves, to become transformed into infinity, into an individual infinity, we must left previous values, means previous, what we have thought is the inner part of our personality, the core of our atma, we have thought before, like this. Consider like this. Иратика вместе с новым, то есть мы нуждаемся в бесконечной нужде, мы потеряли свою личность, и Ратика дает нам образ чувств и образ мира, который воспринимают эти чувства. И так она развивает нас. In this process, we are losing ourselves, but she is giving to us the image of feelings. And in this way, she is developing us. Чтобы в конечном счете, когда объем нашей бесконечности будет достаточен, мы смогли воспринять ее личные чувства. And this process is going on up to that moment when our infinity will be so big, so extent what we can take inside of her feelings. Дамодара, маленькое уточнение можно, Баба, рады. Смотри, вот это опустошение, да, выжигание. Помните же, ну, когда Рада описывает свои эмоции, когда она находится без него. Да, что она, у нее сердце, там еще и Кинкари потом Кришну упрекала, что да ты, а он не приходил всю ночь. И она говорит, ты знаешь, что она умирала миллионы жизней. Да? То есть, по сути дела, Ратика, она также, да, вот, ну, то есть она двигается вот так же, она опустошается, она обновляется. Да. Мы об этом говорили много раз, много зумов мы об этом говорили. Она всегда находится в точке первой встречи. Она всегда в процессе этого исследования своего чувства. Она всегда находится в процессе исследования своей глубины. Всегда находится в процессе исследования своей глубины. Она всегда идет за этим. Дамодар, вот это горение, вот как океан. Я горю, как океан, представляешь? Океан нефти, который пылает вообще. Сейчас нас переведут. Радхагавинда is again returning to this feeling of burning inside, of emptiness, what in heart some places become empty. And he is comparing with some situation in Lila. Then Shrimati Radhika couldn't meet with Krishna, and Krishna is telling to Kimkari, why Radha is not come? I'm dying. And she's answering to Krishna, do you know how many times during this night Shrimati Radhika died? So much. She again and again, she wants to be with you, but she couldn't, and she's dying again and again. And Damodar Prabhu is replying to this. He's saying, yes, this is her renovation. This is how she is transformed again and again for be new for Krishna. And what is why I told in previous Zoom, she's always in this particular moment of her first meeting with Mohan. She's always again and again feeling this, living in these feelings of self-meeting. Я не знаю, насколько это понятно, Дамодар, что я перевел сейчас.
У меня английский очень бедный. Я не знаю вообще, что с этим делать. Ну, другими словами, наше развитие, развитие Кинкари, то есть развитие ее способности, оно также бесконечно. In same way as Shrimati Radhika always расширяется in the process of the perfection. I don't know how to say in English. Always advance, always development of things. It's not stopping. In same way, Manjari follows the always in the process of always development. Development. Go, Джананда Махарадж говорит, go, Вардана. Go, Вардана защищает чувства. Да, go, Вардана, да. Всегда, да, всегда, всегда, всегда. Я извиняюсь, сейчас уже час, то есть время зума наш подошло к концу, мы на этом должны остановиться. Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой, за перевод. Спасибо, да, спасибо, Ратха Говинда. Спасибо за твои, за твое внимание, за твою чуткость к собственному сердцу, к собственной правдивости. Это очень важно. Джайнанда, я искупался в этой глубине, в этом потоке, который сегодня пролился через тебя. Вот, и Радхачаран, дорогой мой, я бесконечно рад слышать и видеть тебя. Вот, спасибо. Commander Prabhu is telling, I'm so grateful to Radha Govinda. To Radha Govinda, what he's sharing. And I'm so grateful to Jananda Maharaj, what he shared. I was up his feelings and deep feelings. And how Radha Govinda is calling. Nice discussion. И я хочу тоже кое-что сказать. Я, на самом деле, когда шел на Zoom, я не хотел ничего говорить. Вот. У меня не было никакого желания говорить, просто Шрила Гурудева пробудил, чтобы сказать. Я когда начал говорить, он же меня остановил и перевел на вас стрелки. Сказал, я хочу слушать Радха Говинду. Вот, и других преданных. Вот, он сказал. Thank you, Джайананда.